Минувшая неделя началась с премьеры обновленной «Лады Весты», возвращением к прибыли «АвтоВАЗа», фактическим анонсом новых «Рено Логана» и «Сандеро» в этом году. Расширен выбор модификаций у корейских «Дженезисов» G80 и GV80. В Калининграде началась сборка кроссоверов Kia Sportage, а российский офис «Шкоды» готовится к началу продаж модернизированного «Корока». Под конец семидневки мы узнали, что московский завод «Рено» встал на две недели. На паузе все три вазовских конвейера в Тольятти. Nokian рассчитывает сократить производство шин в Ленинградской области. Поставщики запчастей подняли оптовые цены на 10-15%. Однако об уходе с рынка никакие производители не сообщали, а паузы в отгрузках машин от импортеров дилерам логично объясняются резкими колебаниями валютных курсов. Вполне логично, когда производитель устраивает многосерийную премьеру действительно новой машины. Дескать, пускай публика сначала посмакует нюансы дизайна, затем обсудит особенности техники, а в финале оценит журналистские опусы по итогам тестов. Тем удивительнее, что АвтоВАЗ, презентуя слегка обновленную Весту, тоже решил воспользоваться такой схемой. Во время церемонии запуска производства публике показали только внешность. А вот новый интерьер оказался скрыт за тонированными стеклами кросс-универсала. Итак, кузовное железо почти прежнее. Единственной новой деталью оказалась крышка багажника. Фары и фонари сменили начинку, став светодиодными, хотя базовым версиям будут положены обычные галогенки. Из-за других бамперов чисто символически выросла длина машин. Кстати, кросс-версии седана и универсала наконец получили собственный вариант пластикового обвеса с крупными ячейками решетки радиатора. Выглядит все это неплохо, но на 7-м году производства Весты мы, честно говоря, ждали большего. И уж совсем забавно, что пресс-релиз «Лады» озаглавлен «Новое поколение флагмана». Впрочем, есть надежда, что салон удивит своим наполнением. Также вазовцы обещают более современную электронику, но подробности обещаны позднее, во второй серии автоновеллы. Группа Рено подвела итоги 2021 года. Компания заработала без малого 1 млрд евро, хотя годом ранее потеряли 8. Но самое главное, в ближайшие месяцы французы обещают выкатить сразу 7 новых моделей. 4 уже представлены, а 5-й станет европейский кроссовер Renault Austral, премьера которого назначена на 8 марта. Еще 2 новинки заявлены эксклюзивно для российского рынка. Каждый год мы выводим на рынок новые модели, этот год не будет исключением. Мы готовим одну мировую премьеру, которую представим, модель, которую представим на российском рынке, но будет надо еще немножко подождать, чтобы рассказать более детально. Ян Птачек выдерживает интригу из последних сил. Ведь речь идет явно о Логане и Сандеро. Но главное сделано. Новинки официально подтверждены. Причем не будем исключать, что седан и хэтчбэк сменят название, дабы избавиться от имиджа бюджетных машин. Кстати, из отчета Рено мы вдобавок узнали, что АвтоВАЗ принес 166 миллионов евро чистой прибыли, хотя 2 годами ранее автогигант заработал вдвое меньше. В карантинном 2020-м предприятие вообще показало чистый убыток под 200 миллионов евро. Хороших финансовых показателей удалось добиться не только благодаря росту цен на новые автомобили. На руку компании также пошли отменные продажи более дорогой Весты, что пользовалось большим спросом, чем бюджетная Гранта. На треть возросли капитальные затраты, что однозначно намекает на активную разработку новых моделей. На российском рынке стали доступны новые версии автомобилей Genesis 80-й серии, продажи которых начались год назад. Так, седан Genesis G80 прежде оснащался только бензиновыми моторами, а сейчас разжился 200-сильным турбодизелем. Такие машины имеют 8-ступенчатый автомат и полный привод. Для дизельного седана предлагаются те же комплектации, что для 4-цилиндровых бензиновых машин. Цены тоже одинаковы – от 4 миллионов 200 тысяч рублей. Добавим, что премиальный кореец набирает популярность.
прошлом году спрос на 80-ку вырос на 66%. Правда, в абсолютных показателях результаты довольно скромные. Своих владельцев нашли чуть более 600 автомобилей. У родственного кроссовера Genesis GV80 изменилось оснащение. Так из гаммы исключена топовая версия Elite. Но обивка сидений кожей Napa, доводчики дверей, адаптивные фары и продвинутый круиз-контроль стали достоянием более скромных версий. Также создан вариант Royal, где вместо трехместного дивана сзади стоит пара раздельных кресел, а для пассажиров установлены 9-дюймовые индивидуальные дисплеи. За 100 тысяч рублей доплаты можно заказать трехрядную компоновку. Добавим, что среди премиальных одноклассников капитанские сиденья на втором ряду предлагает только Volvo XC90. Калининградский завод «Автотор» начал сборку кроссоверов Kia Sportage нового поколения. Степень локализации будет минимальной, так как проект подразумевает крупноузловую технологию производства. Это значит, что из Южной Кореи приходят комплектные кузова, силовые агрегаты, а также узлы шасси. Все это собирается воедино, после чего машины получают российский ВИН. Стартовая цена объявлена под занавес прошлого года. Напомним, за новый Sportage планируют просить минимум 2 миллиона 330 тысяч рублей. Впрочем, продажи должны начаться только во втором квартале, а значит, даже начальная цена может измениться. Все комплектации будут опубликованы ориентировочно в апреле. Добавим, что сборка Sportage на автоторе будет длиться около года, а в 2023 году кроссоверы Kia Sportage и Hyundai Tucson переедут на новый завод Hyundai. Это бывший конвейер GM, что расположен в Санкт-Петербурге. На российский рынок кроссовер Skoda Karoq вышел сравнительно недавно, но его мировая премьера состоялась 4 года назад, поэтому прошлой осенью марка провела плановый рестайлинг бестселлера. В первую очередь обновление принесло Karoq'у другие фары, которые изменили свою форму. Оптика стала светодиодной, а за доплату будут доступны матричные фары. Задние фонари сделались более узкими и также заполучили светодиодную начинку. У дорогих версий даже появилась анимация. Габаритные огни включаются плавно, а поворотники анимированы бегущей строкой. Замыкают список внешних изменений новые бамперы, плюс решетка радиатора иной формы. В интерьер внедрены новые материалы, изменилась диодная подсветка, а электропривод можно заказать для обоих передних кресел, а не только водительского. В начале марта такие кроссоверы должны выйти на российский рынок. Во всяком случае, машина прошла обязательную сертификацию, а значит, до старта продаж осталось совсем немного времени. Согласно сертификационным документам, российский Karoq сохранит нынешнюю гамму силовых агрегатов. Базовым останется атмосферник 1.6, что полагается только переднеприводным машинам. Кроссоверы со 150-сильным турбомотором могут иметь передний привод с 8-ступенчатым автоматом или полноприводную трансмиссию с 7-ступенчатым роботом. Несмотря на сомнительное качество дорог и обилие камер, желающие покупать очень быстрые автомобили в России есть всегда. Именно таким клиентам адресованы седан и хэтчбэк Audi RS3 нового поколения, которые дебютировали прошлым летом. Коротко напомним, что RS-ки имеют 5-цилиндровый турбомотор отдачей 400 сил, с которым идет 7-ступенчатый преселектив. В полноприводной трансмиссии появились индивидуальные бортовые фрикционы вместо одной муфты. При разгоне до сотни новинка уверенно выезжает из 4 секунд, а максимальная скорость при заказе опционального пакета может достигать 290 км в час. Другие опции – адаптивная подвеска и керамические тормоза. Правда, даже безо всех этих дополнений, что седан, что хэтчбэк, стоят 5 800 000 рублей. Поэтому привозить бодрые трешки будут только по предварительно оплаченным заказам. Если Audi RS3 — это спорт высших достижений, то Hyundai Solaris Sportline даже не физкультурник, а любитель делать селфи перед зеркалом фитнес-клуба. Впрочем, у нас носить спортивные костюмы любят и в повседневной жизни. Поэтому Solaris приобрел спойлер на крышке багажника, накладки на порогах, а в салоне разжился комбинированной обивкой сидений и кожаной отделкой дверей. В исполнении Sportline седаны оснащаются только мотором 1.6.
Доплата за подобный декор 32 или 55 тысяч рублей в зависимости от выбранной комплектации. Между тем, корейская марка сейчас вовсю работает над новым поколением Соляриса. В Китае, где модель именуется «Верный», смена генерации может состояться до конца этого года. А нам придется подождать год или два. И в столь томительном ожидании виновата не только пресловутая локализация. Похоже, что строго для России готовится Solaris Universal. Во всяком случае, такие машины сейчас вовсю наматывают тестовые километры. Российский офис Mitsubishi подвел итоги прошлого года и объявил о своих планах на год грядущий. Так, 21-й японцы закрыли с небольшим минусом в 1.5%. Бестселлер марки, кроссовер Outlander, начал свои позиции потихоньку сдавать, а вот пикап L200, напротив, неожиданно прибавил в продажах. Я думаю, это естественное развитие событий после вспышки коронавируса в 2020 году. В период локдауна спрос на автомобили снизился, сейчас же продажи пошли вверх. Кроме того, L200 в прошлом году обновился, он стал более привлекательным внешне, но при этом сохранил свою надежность, проходимость и экономичность. Что же до 2022 года, то Mitsubishi планирует нарастить в России продажи на четверть, до 35 тысяч единиц. В этом им должно помочь легкое обновление модельной линейки. В частности, Pajero Sport и Outlander получат новую мультимедийную систему. Кроме того, уже весной в шоурумах дилеров появятся новые специальные исполнения Outlander. А вот новое, четвертое поколение кроссовера мы раньше 2023 года не увидим. К освоению новой модели пока не готов калужский завод. О переносе производства в Петербург на завод Nissan речь тоже не идет. Зато есть шанс, что вместе с традиционными бензиновыми версиями к нам привезут и гибридную, хотя окончательное решение еще не принято. Естественно, мы также несем ответственность за выброс вредных веществ в атмосферу, и нам хотелось бы, чтобы в России направление экологически чистых автомобилей постепенно развивалось. Мы со своей стороны к этому готовы, но вопрос о сроках пока остается открытым. Других новых моделей Mitsubishi ждать в обозримом будущем не стоит, в том числе и семиместный минивэн Expander, который японцы неоднократно обещали запустить в России. Expander разрабатывался для стран Океании, и прежде чем запускать его в России, нам нужно убедиться в том, что такой автомобиль нужен нашим покупателям. Если будет запрос, то мы начнем переговоры с главным офисом. Покажется ли сообразность вывода этой модели под большим вопросом. В наступившем году Mitsubishi продолжит ребрендинг своих дилерских центров. Еще 15 автосалонов освежатся в соответствии с обновленными стандартами. Минский завод «Белкоммуннаж» уже почти 30 лет занимается выпуском общественного электротранспорта. Однако теперь производитель троллейбусов и трамваев решил расширить гамму электрическим грузовиком. В конструкции модели «Витофт Электро Прайм» использовано множество элементов от пассажирских машин, включая инверторы, систему управления и даже аккумуляторы. Первый грузовик оснастили батареей емкостью чуть меньше 300 кВт-часов. Правда, чтобы добиться приемлемой себестоимости, создатели взяли не дорогущие литий-ионные АКБ, а более доступные железофосфатные. Поэтому пробег составляет лишь около 200 км, а время быстрой зарядки даже постоянным током через разъем CCS Combo 2 превышает 1.5 часа. В движение автомобиль приводит 180-киловаттный электромотор российского производства, от которого крутящий момент передается на ведущий мост китайского происхождения. Но до старта производства компонентная база может измениться. Что останется неизменным, так это лонжеронная рама собственного изготовления. При такой конструкции Витофт может перевозить больше 7 тонн груза, а для его размещения предусмотрен вместительный кузов объемом аж 44 кубических метра. При этом новинка получила крайне необычную каркасно-панельную кабину со спальником, в которой водитель сидит точно посередине. В ближайших планах «Белкоммуннаж», который недавно сменил название на «БКМ Холдинг», испытания и сертификация электрического грузовика. Его основным покупателем должны стать ритейлеры, которым нужны экологичные машины для городских перевозок.